Грязная-прегрязная вода. Ты что, тонешь? Как я. Как ты? Прикол, как ты? Всем привет, всем доброе утро. Куда ты собралась, красотка? На речку. Да, мы хотим поехать попробовать на пляжик. Тут, на речушечку, на московскую. Пойдем посмотрим, что тут может быть. Попробуем покупаться. На улице жара, очень жарко, солнечно, правда ветрено. Поедем посмотрим, может быть, сможем покупаться. Мы сегодня приехали в Soho Beach Club. Даня с Миланой возле входа нашли что-то. Пойдемте посмотрим лучше бассейн. Идем смотреть, что тут есть. Посмотрите, как тут красиво. Смотри, Милана, вот эта собака. Собака как будто из шарика, только она не из шарика, она пластиковая. Вот это поворот! Представляешь? Круто! Как ты? Прикол, как ты? Вы не поверите, Милана уже купается. По крайней мере, пытается. Милан, вода-то не холодная. Ты так быстро нырнула, даже без меня. Ой, прохладная так-то. Бодрячком? Бодрячком, бодрячком. Давай, вылазь. Нормальненько. Нормальненько? Такое ощущение, что ты плавать не умеешь. Ты что, тонешь? Нет, не тону. А что ты как будто внутрь ныряешь? Я так вот ныряю чуть-чуть. Посмотрите, какая обалденная вода. Сейчас пойдем очки достанем. Данил нашел тут прыгушку. Ты хочешь попрыгать или ты хочешь выбраться? Нет. Закрыть? Держи. Асида. Асида, это Данина, спасибо. Давай я закрою, хочешь? Да. Джинь, джинь. Все, теперь ты не вывалишься, прыгай. Ура! Прыг, скок. Прыги, прыги, скок. Милана сильно-сильно прыгает. Угу. Мама, смотри, как я умею. Давай, покажи всем класс. А подпрыгни высоко-высоко и ноги подожми к себе. Вау, еще выше. Ее, ну что-то как-то невысоко. Опа! Я в домике. А ты в домике спрятался? Ку-ку. Ты кепочку-то одень. А? Кепку одень. Смотри, это событие. Ух ты! Вертолет. Это вертолет, по всей видимости, с местной вертолетной площадки полетел. Смотрите. Ой! Да будет! Нет, нигде! Тут почему-то детский бассейн грязный. А очень много мух, очень много земли. Наверное, потому что дети туда-сюда прыгают. Вот, ну, в общем, как-то так. К слову, если вы захотите купаться, здесь нужно будет обязательно взять шезлонг. Вход на территорию бесплатный. Но если вы собираетесь плавать в бассейне, то вы должны обязаны взять шезлонг, который стоимостью идет 2500. Вот. И нужно будет его взять, хотя бы один. Естественно, что все остальное тоже тут идет платно. Вот. Но в целом можно за вход заплатить 2500, все остальное принести с собой. Мы взяли с собой еду, мы взяли с собой полотенце, и никто сумки не проверял, то есть можно, без проблем. Мы купаемся, развлекаемся, дети счастливы. Из минуса я отмечу очень-очень громкую музыку, из-за которой практически ничего не слышно вообще. Милаша, что ты делаешь? Тебе нравится? Нет, я мокрый. Ты мокрый? Ну и пусть. Нет, не буду мокрый. Не хочешь быть мокрый? А зачем тогда намочился? Милана. А, это Милан тебя намочила? Это не ты намочился, сам не подходил. С ведерком не играл. Играл с ведерком. Ты не замерзла? Ледяная? Ледяная. А я такая, знаете, а это колено вроде не ледяное. А вон Милана лежит на розовом этом. Так, стой тут, я прыгну, а то я так не хочу. Давай, раз, два, три. Бодрячком. Слушай,
Няня там, да. Решили спуститься вниз и посмотреть, что тут есть. Тут есть песочек. Песок, сказал Даня. Ну вот, спрыгивай на песочек. Оп. Аккуратно. Тут грязная-прегрязная вода, в которой купаться запрещено. К воде не подходи, она очень грязная. Зато есть песочек, в котором можно поиграть. Ну и всякие катера. Всякие лодки. Всякие бананы, всякое-всякое. Данил решил бегать туда-сюда. Так что купаться-то можно только в одном месте, там, в бассейне. Данюшу катает папа на матрасе. Данюшка кайфует. Кайфушки от Данюшки. Бывает. Мы проголодались, зашли тут в местную кафешку. Да. Данюшка играет в шахматы. Дома. Да. Тут, кстати, музыка, она такая более спокойная, приятная. Там, мне кажется, прямо сильно на уши давит. Вот. Интерьер тут такой классный, такой яркий, приятный, летний. В то же время такой прикольный. В общем, сейчас будем заказывать кушать, покушаем. Я не знаю, может быть, еще немножко покупаемся и потом уже, наверное, домой поедем. Милана, кстати, играет, она даже к нам не пошла, чтобы вместе с нами посидеть. Она говорит, будет готова, тогда и зовите. А Данил предпочел шахматы играть. Тут кони, да? И го-го, лошадки. Конь на Г3. И го-го, конь маме. На маме скочишь? Да. Данюш, тебе нравится тут? Да! Мама, папа! Тут очень красивый вид. Очень приятная обстановка. Посмотрите, какую красоту нам принесли. У меня дорада с драниками, у Дани пельмени. Папа себе взял люля-кебаб. А у Миланы котлеты с пюрешкой. В общем, приятного аппетита. Будем сейчас кушать. Надо, кстати, позвать детей из детской комнаты. И да, вы не ослышались, тут есть детская комната, причем прикольная детская комната. Милаша, Даня, вам кушать принесли, пойдемте. На машине хочешь до кушания доехать? Нет, давай здесь оставим, это уже комната для машинок. Покушаешь, вернешься? Да? Нет? У нас всегда так. Если Даня что-то нужно Дане сделать из того, что ему не хочется, то это вот так. А там он идет и делает. Мы едем домой. Милана с Даней пьют сок. У Миланы свой сок, у Дани свой сок. Как вам понравилось? Да. Да? Накупались? Нет. Что, почти Таиланд? Да. Дань, тебе тоже понравилось? Будем, когда будет жарко. Ну, в общем, Милана сказала, каждый день будем сюда приезжать, когда будет жарко. Не знаю, посмотрим на самом деле. Там видно будет. Но могу сказать, что нам тоже понравилось. Все приятно, все хорошо. Есть свои минусы, конечно. Мне, например, показалось, что музыка слишком громкая. Просто вот очень. От нее начинаешь потом уставать.
Вот. И лежаки близко расположены, это тоже не очень удобно. Вот. Так, в целом, очень неплохая там атмосфера, все очень чистенько, аккуратненько. Только грязный был детский бассейн. Бассейн ужасно грязный был. Детский бассейн, такое ощущение, что не чистили. Вот. Ну, я показывала, все видели, я показывала там мух. Милана сначала вообще боялась туда запрыгнуть, но потом... А ресторан там вкусный, кормят вкусно. Да, ресторанчик хороший, вкусненький. И что важно, да, то есть в таких местах очень часто кафе и рестораны вообще просто какого-то фастфуда. Вот. А тут на самом деле прямо так удачно, и супчики были, и нормальное питание. Это здорово, это вот лайк большой. Вот. А там еще бассейн. Ой, ну это было вообще очень крутой. Очень голубой? Очень чистый, Милане там очень понравилось купаться и кататься на всяких этих кружках, да? Вот так прошел наш сегодняшний день с купанием. Смотрите наши следующие серии, а сегодня будем прощаться. Всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Всем пока.